Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Warcraft 3 Region of Chaos. Так, давайте продолжим играть кампанию. Пара-па-па-па-па-па-па. Так, глава 2. Заварушка у черного камня. Давайте начнем, посмотрим, что же нас тут ждет. 20 минут спустя в ставке Утора неподалеку от лагеря клана Черного Камня. А, ты как раз вовремя. Я отправил двух лучших рыцарей на переговоры с вождем орков. Они должны вот-вот вернуться. Проклятие! Эти орки никогда не сдадутся! Тогда в атаку и уничтожим этих тварей! Запомни, Артас, мы паладины. В своих поступках мы не можем следовать одной лишь мести. Позволив жажде крови затмить наш разум, мы станем такими же, как орки. Ты прав, Утор. Теперь, если у тебя еще остались силы, я хочу, чтобы ты возглавил эту атаку. Я? Ну, конечно. Я останусь здесь и буду охранять лагерь. Я не подведу тебя. Я знаю, мой мальчик. Конечно, не подведу. Так, постройте казармы, постройте две фермы. Ну, для начала да. Мы... Да, господин. Всех трех. Не хватает золота. Даже, наверное, не трех, а тут, наверное, даже можно побольше. Тут, наверное, даже 6 можно опустить. Сколько он стоит у людей? 90. Ну, в принципе, как и везде. Я готов. Где враг? Опять работает? Где? Там. Хм. Ага, Утор здесь, по-моему, патрулирует в этой миссии. Я служу свету. Что-то такое помню. Я готов. Да, да, нам подсказывают, что можно воскрешать героев у алтаря. Вот он, алтарь героев. Алтарь королей, так называемый. Так, заказываем побольше крестьян, они нам в любом я случае готов. Пригодятся. Да, ну, я пошел. Да, иди. Так, что тут у нас в заданиях? Построить две фермы, нанять 6 пехотинцев и казармы, естественно, построить, чтобы нанять пехотинцев. Так, Утор у нас там патрулирует, все хорошо. Чего так долго нанимаешь? Я готов. Так, ладно, пожалуй, начнем строить казармы. Хорошо. Хотя бы не мешало бы, конечно, вначале ферму построить. Но я решил строить казармы. Я готов. Вот ты у нас будешь строить как раз фермы. У людей, кстати говоря, в Варкрафте фермы очень удобно располагать одну возле наш другой. Осаждают враги. Опа, атака. Теперь я действительно зол. Так, иди бей. Кстати говоря, можно сторожевые башни превращать в эти. Ну, в такие стреляющие вышки. Во имя правос... Он нас, кстати, вылечивает, не этот паладин. Так что можно спокойно тут отстраивать город. Все вообще готов. У нас хорошо. Так, хорошо. Ты у нас иди дерево руби, хотя дерево, я смотрю, тут и так рубят, но ничего. Опять работа. Так, ты у нас строй фермы. Хорошо. Я вот, кстати, не помню, можно ли в Варкрафте несколько пошел. Ферм. Да, я вот готов. Шифтом, кажется, готов. Это нажимается. Хорошо. Зажимаете shift. Ну, я пошел. И он хорошо. Их строит. Ну, нам все, нам больше не надо, нам хватит. Да, господин. До конца времен. Так, фермы построили, казармы я построили. Готов. Иди угу. Ты за деревом. Опять работа. Так, ты иди еще да, один господин. На золото, ты иди за деревом. Так, мы теперь, значит, одного пехотинца себе закажем. Вот, одного. Готово. Вот, видите, он автоматически перешел к следующей. То есть это все делается путем зажатия кнопочки Shift. Так, еще одного пехотинца себе закажем в очередь. Так, еще мне надо одного. Хотя я, пожалуй, не буду... Жду приказать.
наверное. Хорошо. Иди чини. Так, что у нас в лесопилке апгрейд никакой нельзя сделать, очень жаль. Да, ваше сельство. Так точно. Очень жаль. Так, пожалуй, поднимем мы вышки. Ну, поднимем, в смысле, улучшим. Да. Ну, приказать. Так, еще одного да, надо заказать. Так, вроде бы процесс идет нормально. Наш город осаждают враги. С этой стороны. Поздно просить пощады. Опять работа. Не дай им сломать вышку. Мне силу. Так, надо вышки одну там, другую здесь. Мы сейчас по одной улучшим. Ой, крестьянина что? Они бьют. Угу. Готово. Уйди, хорошо. Крестьянин. Так, ладно, иди чини опять. Где враг? Тут уже жизни не осталось практически. Да, они, да, у них жизни потихоньку восстанавливаются. Так, одного еще да, закажем. Что я хотел? Эй, я ж вышку. Постройка завершена. О, она только сейчас построилась. Как долго. Так, ну все, вроде бы все вышки мы, ну, во всяком случае, запустили апгрейд. Так. Жду приказаний. У нас 4. Что там нам еще надо сделать? Ага, только пехотинцев нанять как и все. Как и можно идти смело. Ротоподъем! И можно идти смело в атаку. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота нам на пехотинца. Дайте быстрее там опустошайте постройка этот рудник. Постройка завершена. А ты тут все строишь. Так, сторожевые башни у нас тут строятся потихонечку. Что прикажешь? Так, здесь пусть у нас будет 4 пехотинца. Сейчас мы еще одного закажем, 6-го. Все, 6-й пехотинец пошел тренироваться. Да. Угу. Жду приказания. Так, не хватает золота. Ты тогда иди руби ну, себе эти дерево. Завершена. Так, вот у нас 6-й пехотинец тренируется. Так, опять все, работа? Ты настроился ферму. Завершена. Да, я думаю, нам хватит этих ферм вполне. Жду приказания. Кстати, тут ничего нельзя, нет, ничего нельзя. Есть. Кстати, так, о. Все. Во имя правосудия. Лагерь мы обустроили. Конечно. Разумеется. Замечательно. Так, а тут расходы 40 единиц. Глупец! Демоны придут с небес, и этот жалкий мир сгорит в огне. Так говорят колдуны из клана Черного Камня. Да, эту песню я уже слышал. Вас, орков, ничего не учит. Это был только призрак. Проклятие, чего они добиваются? Близится конец света. Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти от... Убить орков! Уничтожить их всех! Я служу свету. Не хватает золота. Свет дает мне силу. Так, ну пойдемте повоюем конечно. С орками. Но пока завалим разумеется. Вон тут. Конечно. Тут подкрепление. Рады встрече, добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? Конечно, хочу. И какая же дичь нужна гномам в этих лесах? Мы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь наделяет клинок силой огня. Если ты поможешь моим друзьям, мы с радостью поделимся с тобой добычей. Пожалуй, огненный клинок мне не помешает. Дракона, которого мы ищем, зовут Сиренокс. Теперь он не уйдет. Да без проблем вообще. О, да. Я служу свету. Теперь у нас еще и стрелки есть. Так, новое задание. Сиренокс. Убейте черного дракона Сиренокса. Отдайте сердце дракона Феронору. Феронор, это ты, да, у нас? Феронор, железно, стоп. Ну и во имя правосудия. Наш город осаждают враги. Кто тут его осаждает? А вы что стоите тут? Ничего не делаете. Кстати, а здания сами по себе, интересно, чинятся или нет?
Так, короче, да, вот ты. Ты. Вот это, по-моему, ремонт. Вот ты стой здесь, и пусть у тебя ремонт будет на автокасте. Вот смотрите, он сейчас сам, по идее, должен пойти. Как скажете. Чего? Ну, я пошел. По идее, но не пошел. Ну, не знаю. В общем, как-то можно... О, кстати говоря, мы теперь стрелков можем... Не хватает золота. Ну, в общем, укрепляем этот пост сначала. Так, а этой армией пойдемте на этого, как там, Сфериноукс. На дракона. Разумеется. Отличный план. Так, ну это маленький дракончик. Ну он вообще никчемный. Отличный план. То есть вообще не опасный. Кстати говоря, мне здесь вот эта вот бригада вообще не нужна. Конечно. Мне здесь нужны только лучники. Точнее, стрелки, правильнее будет сказать. За честь и отвагу. И герой, чтобы лечил и получал опыт. За честь и отвагу. Разумеется. Так, что тут у нас? За честь и отвагу. Ага. Да мы сейчас тебя еще и убьем, чувак. Каждым поколением смертные становятся все более безрассудными. Лечи, лечи, лечи. Опачки, убили Сфериноукса. Ну, кстати, мы отнесем его сердце гномам. Они получат по заслугам. Разумеется. На нас напали. Отличный план. Так, что тут у нас все нормально? Нормально, здесь отбиваемся. Так, иди лечи ту вышку, что ты не лечишь. Так, а вы здесь... Ой, у меня кончилось продовольствие, ну ладно. Где враг? Я думаю, не принципиально. Разумеется. Сердце Сфериноукса. Тут никаких сундуков отличный больше план. Нет, вроде бы нет. Во имя правосудия. Так, все, берем всю бригаду. Я, пожалуй, еще с базы присоединю одного стрелка. Вот так. Конечно. Так, надо прокачать нам героя. Прокачаем, пожалуй, лечение. Отличный план. Чтобы мы могли сильнее лечить. Конечно. Ну и... Свет дает мне силу. Разумеется. Я перекую ваше оружие. Отныне оно будет разить врага огнем. О, он его взял. Сфера огня. При каждой атаке герой обжигает противника, нанося ему по 5 единиц урона, а также наносит небольшой урон окружающим. Замечательно. Во имя правосудия. Вот это круто. Это реально круто. Так, побежали. Отличный план. Так, вы тут кто Жалкий такие? Глупец. Вы кто такие? Давайте. За моего отца! Мы вас убьем. Наши снайперы фигячат. Кстати, по-моему, конечно, людские снайперы получше отличный будут, план, нежели эти. Разумеется. Орочьи стрелки. Отличный план. Так, фигачим с первого стрелков. За моего отца. Ой-ой-ой, а вот это отца. Так, фигачим вот этого. Потому что он бьет стрелков. Ну, с бугаями мы легко разберемся. Жалкий глупец. За честь и отвагу. Так, это у нас вот это. Конечно. Вот вход. Ага, вот ты, мастер клинка. Поздно просить. Ты сейчас умрешь. А какое у нас задание? Убейте мастера клинка. И все? Ой, делов-то. Было б кого убивать. Наш город осаждают враги, жалкий глупец. Блин, он себя, конечно, ксерокопирует. А, во, мы его уже убили. Ты справился, мой мальчик. Люди запомнят эту победу. Не знаю, Утор. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые традиции.
но мы победили их демонов давным-давно. Возвращаемся домой. У нас был тяжелый день. Да. Ну что ж, еще одна глава кампании «За людей» пройдена. Мы еще на шажочек подошли поближе к победе в кампании Warcraft 3. Ну что ж, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.